Whoa! 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 Зрители, гости, подписчики, всем привет! Знаю, там все интересуются, выгнал ли суффикс из табуна баланса и лакмуса. Нет, не выгнал. Они ходят немножко отдельным косячком. Вот этот вот косячок. Здесь, получается, все вот это покупные лошади. Ну, тут голов 10, может, чуть больше. И вот они ходят вот этим вот отдельным таким. Ну, рядышком ходят вместе со всеми, но отдельно. А суффикс с той стороны ходит. Вот такие дела. Воу! Комар пошел к вечеру. Лошади ходят плотным табуном. Вот этот жеребец черный, годовалый, он себе взял вот эти две кобылы и с весны с ними ходит. Они двухлетки, он с ними ходит и спит рядышком, и везде прям, ну, вообще капец. Будет хороший жеребец. Может быть, кому-то нужен будет. Черненький, две задние ноги белые. Полутяжеловозик от малыша, от суффикса, вот этот черный. Малыш весь вспотел, в мыль проскакал. Поле травят, пшеницу. В общем, попробовал пропустить видеоролик через видеоредактор. Честно вам скажу, мне не особо понравилось. Потому что теряется качество картинки и качество звука. Поэтому лучше одним дублем снимать без всякого фальша. И тогда получается лучше. Баланс стоит. Смотрит. Вот, кстати, жеребенок, которому делали клизму недавно. Кто постоянно на моем канале, знают. Вот он же ребенок, теперь он жив-здоров. Сегодня ему примерно уже третий или даже четвертый день пошел. Ну, маленький родился, кобыла первый раз ожеребилась. Ну ничего, вырастет. Ну ладно. Надо загонять, уже потихоньку двигаться к загону. Время пошел. 10-й час заканчивается. Солнце уже садиться начинает. Все, всем пока.